Знаете ли вы, что при покупке техники Apple вы можете сэкономить больше 20 тысяч рублей? Все, что для этого нужно, покупать продукцию Apple в США через Бандерольку. Вы экономите, а Бандерольку доставляет. Ссылка сверху в описании. Всем привет, с вами Apple Team. Ребят, новогодняя пора очень скоро, время покупать подарки. И, кстати, всех с наступающим Новым годом. В этом видео мы поговорим о приложении Weasel, которое позволит подобрать подарки для всех членов вашей семьи и ваших друзей. Приложение весьма полезное, так как избавляет от головняка в виде «что ж подарить?». Вначале мы должны выбрать, кому мы будем дарить подарок. Например, я хочу подарить подарок своей девушке, нажимаю на кнопку «для нее», и видим, что вылазит очень много категорий, то есть все ваши знакомые, родственники будут в этой категории. Нажимаем на «любимое» в моем случае и переходим к следующему фильтру, где можем выставить возраст. Далее мы должны выбрать категорию подарка, то есть какой именно подарок из какой области мы с вами будем дарить. В целом интерфейс очень простой, очень легкий, удобный и, самое главное, минималистичный. Я такое, например, люблю. Пишите в комментариях, любите ли вы. И последняя вкладка – это бюджет. То есть сколько у нас есть денег на тот или иной подарок, то, иными словами, сколько мы готовы потратить. На следующем экране мы можем увидеть, что приложение мне подобрало 138 идей для разных подарков для моей девочки. Соответственно, эту ленту мы можем пролистать, остановиться на чем-то, что интересно. Например, домашний планетарий, интересная тема, никогда такого не видел. Могу перейти на страницу данного гаджета, ну и ознакомиться с различными товарами. К слову, прямо из приложения вы можете это все дело купить, вас перебросят в магазин, где вы можете оформить заказ. И в целом, ну вот буквально все в один клик и делается. Идея с домашним планетарием мне понравилась, нажму на кнопку «сохранить», чтобы потом вернуться к этим всем подаркам, которые я насохраняю. Также вот для меня нужен дизайнерский фотоальбом, хочу его себе, поэтому нажимаю на эту кнопку, чтобы знать, что же заказать моим друзьям или родственникам. В общем, действительно классное приложение, ребят, которое вас избавит от этого вечного выбора и поисков, что же подарить своим родственникам или друзьям. Приложение абсолютно бесплатное в App Store, сэкономит вам кучу времени, называется оно Weasel, ссылка есть в описании к этому видео. А с вами был Apple Team. Если вы впервые, подписывайтесь на канал, ставьте свой палец вверх, это важно. Не забывай о облачках, с наступающим Новым годом. Пока!